играть. Знакомство. Это половник. У него длинная ручка. Это хлебница. У нее есть донышко, стенки и дверца. Это вилка. Вилкой накалывают еду и кладут в ротик. Это тарелка. У нее есть бортики. Это шкаф. Он сделан из дерева. Это дуршлаг. На его донышке дырочки. Это холодильник. Внутри него холодно. Это солонка. Из нее берут соль, когда нужно посолить еду. Это кухонная доска. На ней режут еду, чтобы не поцарапать стол. Это стол. Под ним можно спрятаться. Это стакан. Он глубокий. Это чашка. У нее есть ручка, чтобы крепко держать. Это умывальник. В нем есть дырочка, чтобы туда вытекала водичка. Это нож. У него есть ручка. За нее